когда я говорю, Саша, почему тогда пример пускают, она говорит, ну знаешь, Ника, не у всех такие родители, которым посрать на своих детей, чё? И они пускают их куда они хотят, и все им позволяют. Я говорю, блин, что офигел. Да ну, конченая. Я нормально гуляю, мне как-то... Что значит посрать? Так вообще, что тебя отпускают на дискотеки до 3 часов ночи. Тебя отпускают конкретно в конкретное место с конкретными людьми. Что значит посрать? Конченая какая-то. Слышь, блин, сейчас посру кому-то. Я не посрать, типа, все равно, куда они идут. Это... Как это все равно? Так подожди, ты скажи, как это все равно? Я всегда говорю, куда я иду. И когда меня отпускают, с кем я иду, куда я иду. Всегда говоришь, по-моему, с кем ты идешь и куда ты идешь. Да, лучше дома сидеть, вообще никуда не выходить. Да пусть, какая она мерзкая, я не думала никогда. Если не мерзкая, но бывает иногда. Так я, если вы думаете, что у меня есть друзья...